Гостям и организаторам торжественного мероприятия, посвященного 35-летию медиахолдинга «Ирабунг». Дорогие друзья, искренне рад возможности приветствовать гостей и организаторов торжественного мероприятия, посвященного 35-летию медиахолдинга «Ирабунг». Прежде всего, от лица руководства Республики Крым хочу сердечно поздравить весь коллектив «Ирабунга» и лично президента медиахолдинга Айка Бабуханяна с 35-летием со дня создания. Сегодня страны Запада ведут масштабную информационную войну против российского государства и всего русского с целью дискредитации позитивного образа России в глобальном медиапространстве, искажения фактов мировой истории, пытаются проводить политику отмены нашей с вами общей великой культуры и принуждают другие страны этому следовать. Для нас особенно ценно, что медиахолдинг «Ирабунг» не поддается подобному давлению, уделяет особое внимание российско-армянским отношениям и крымской тематике. Газеты «Ирабунг», «Комсомольская правда» в Армении, их сайты и страницы в социальных сетях доступны как на армянском, так и на русском языках. Отдельно хотел бы отметить, что именно ваши издания, одни из немногих в Армении, объективно освещают в своих материалах события Крымской весны и жизнь современного полуострова, за что крымчане особенно благодарны. Дорогие друзья, желаю творческих успехов в работе, процветания медиахолдинга, мира и всего самого наилучшего. Георгий Мурадов.